Центр онкологической помощи на базе городской поликлиники откроется уже этой весной в Химках. С 1 апреля открывается Центр амбулаторной онкологической помощи на базе городской поликлиники номер 2 на улице Лавочкина. И наше отделение уже... Наш первичный онкологический кабинет, уже преобразованный в Центр амбулаторной онкологической помощи, будет трудиться там. В преддверии Всемирного дня борьбы против рака Сергею Пикулину, заведующему первичным онкологическим отделением поликлиники номер 5, вручили благодарственное письмо. Мне удостоена большая честь вручить вам депутатскую благодарность. Уважаемый Сергей Владимирович, искренне благодарим вас за неравнодушие и вклад, которую вы вносите в дело объединения и сплачивания химчан. За годы работы онкологическое отделение сильно изменилось. Сегодня прием здесь осуществляют 5 специалистов. Также имеется дневной стационар на 20 коек, где трудятся еще 2 врача. В распоряжении специалистов кабинеты УЗИ и компьютерной томографии, эндоскопическое отделение, аппарат МРТ. То есть, по сути дела, у нас сейчас собран максимальный арсенал лечения злокачественных опухолей. Такого, как сейчас, таких, как сейчас, мощностей у нас не было и нет. В связи с коронавирусной инфекцией химчанам стало труднее попасть к онкологу, так как записаться на прием можно было только через терапевта или хирурга. Теперь же это можно сделать напрямую, позвонив по указанным номерам.